Фамилия, имя и отчество. Чеботаревский Андрей Ильич. Год рождения. 2001. Место рождения. Новосибирская область, город Каргат. Когда призвался? 2 декабря 2019 года. Воинская часть. 58-198. Это что такое за часть? Это первая танковая армия, первый танковый полк. Место дислоцирования? Город Москва. Самая Москва? Там область Московская, Самиловский район, поселок Калининец. Вот это было точно. Так, понятно. Какую задачу вам ставили? Нам сперва задачу поставили приехать в Воронежскую область, побыть там 2 недели, потом вернуться назад. Так и получилось. Потом в январе мы приехали, нас отправили опять в Воронежскую область, мы там простояли. Нас потом отправили в Белгород, мы начали задавать вопросы, зачем. Нам сказали, типа, не бойтесь, ничего не будет. Говорит, если типа что-то начнется, максимум, говорит, возле границы встанете вдоль, говорит, чтобы типа, украинские, говорит, войска не зашли на Российскую Федерацию. На Украину заходил где? Где границы переходили? Где-то в Белгородской области, мы даже не знали, что мы границы перешли. Куда вы шли? Какие города проходили? Я не знаю названия городов. Деревня проходили какие-то. Нет. Какие города проходили? Мы по городам не ехали, по крупным. По каким мелким ехали городам? Я не знаю названия, я могу описать город примерно. Мы проехали по селам, потом был мост бетонный, где машины ездят. Оттуда поехали небольшие села, как бы деревня. Городов крупных не было, мы не проходили крупные города. Кто вам командовал, когда вы сюда зашли? Командир от старший лейтенант Мухаммед Галиев. Мухаммед Галиев. Его убили. Командир части. Я не буду ему говорить Царство Небесное. Туда ему дорога. Командир части. Подполковник. Фамилию вспомнил. Лапин. Где вас разбили? Здесь? Я точно не могу сказать, но где-то здесь неподалеку. Сколько дней вы ходите уже? Я 3-й день уже по лесам ходил. Группа какая была? Я один шел. Со мной не было никого. У меня со мной в экипаже в танке был только командир роты и наводчик. Наводчик сразу после выстрела. Экипаж танка 3 человека у вас? Так точно. Танк какой? Т-72 БТМ. Заправка? 1405 литров. На сколько должно хватить? 300 километров. Понятно. Ну, ты раскаиваешься о том, что ты зашел в Украину? Да, я раскаиваюсь. Скажи, слава Украине. Слава Украине. Путин хуйло. Путин хуйло. Украина — это сила. Украина — это сила. Ну, будешь жить. Будешь жить.